У фермера овца сбежала, а бирка от нее осталась. И он ее не выкидывает, бережет. Хорошая бирка, я помню эту овцу. А вдруг вернется? Тебя не просто признали вольным, тебя еще вольным каменщиком признали. Схема простая. Капитан судна. Остается человек. Ну, во-первых, в позитивном праве прописано было. Морское право, хочешь, не хочешь. Все на благо человека. Под этим словом спрятали название юридического лица. То есть можешь контролировать свои эмоции. Но с другой стороны, надо их использовать. Континентальный шельф, внутренние моря, особая экономическая зона. Все по единому торговому кодексу. А это обычное вексельное право. Натуральный вексель. Прям. И у него в руках оказалось вместо одного документа целых три. То есть тройной документ, сшитый нитками. Паспортно-визовый бланк. Авалист, ответственный по данному векселю, я собираюсь управлять сам, своим имуществом. Для них самое простое – это просто спрятаться. Трассат, то есть банк, есть вексель на сумму 6 миллионов, немножко заторчали. Заплатите. И, короче, дописываю слово «трата». Договор аренды персональных данных им закидываю. А нам юристы сказали с вами не общаться. Они акцептировали их же методы к ним применять. Как хозяин на своей территории. Назначил себя технокоролем. Любая бумага – это вексель. Значит, поставьте апостиль. Во, вот это наш вексель. Вот поэтому мы будем работать. Товарищ мировой судья не понял. Поэтому взыскать с этих товарищей по векселям получилось это 16 килограмм золота. Товарищи не поняли. Пришлось им директора поменять. Они мне уже задолжали 1,5 миллиона. Я дал интервью «России-24». То есть они меня назвали вольным каменщиком. Это тот, кто строит систему. Мы перестраиваем систему. А между мной и Богом, посредников нету. То там чиновника взяли, тут чиновника, там у них такая чистка идет. Что. Самого должностное лицо со стороны ЗАГСа подтвердило, должник остался прежний. Такие важные вещи надо показывать народу.